Да ну ты чё, шутишь? Ты как вообще выжил после этого? Мразота, иди сюда. Хватит фризить. Игра. О, кукла, господи. Как ты вообще жива? Срать, крупный калибр дайте мне. Давай, давай. Ну, кто еще хочет? Аптеку мне принесу. Прыгай! Хорошая сальтуха. Давай, давай. Да как ты еще жива, мать твою? Давай, иди сюда. Иди сюда! Я не знаю, куда я бегу. Ясно, куда я бегу. Пошла вон. Ноль патронов. Все очень плохо. Винторез мне в руки. От них хоть убежать смогу, крайняк. Аптека. Зачем мне аптека? Беги, япономать. Что-то я сделал. Воу-в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 оу
Точка. Сколько у меня патронов? 2 патрона. Блин, там черт, тебя как минимум 3 подобрал. Почему 2? Короче, плевать, надо бежать, потому что... Две пули бежать. Куда бежать? Я не знаю. Куда я прибежал? Какого хрена я тут делаю? Хоть я туда пришел. Только никуда не уходи, мразь. Куда же мне? Беги, братан, беги вперед. Туда смысла бежать нету. Где я? Я куда-то прибежал. Ребенок. Начинается. И случилось бы с моей родной станцией то же, что произошло тут. Вот все, о чем я мог думать. В этом кошмаре я нежданно встретил нового спутника. Дядя, дядя, вставай,
Пожалуйста, вставай! Проснись! Пойдем к маме! Ты говорил, что отведешь меня к ней! Ну ты же обещал! Уходи! Отстань от меня! Мама сказала мне не подходить к незнакомым! Вставай, дядя! Тебе больно! Да, пацан. Он не просыпается. Ему, по-моему, не то, что больно, ему, по-моему, очень плохо. Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. Разумный пацан, слушайте. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напали. Хорошо, пацан. Но как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти. Но монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать, а то нас всех съедят. Пешком не хочешь пойти, а? Нет, ну я, конечно, я его бросать не собираюсь, но, блин, сейчас ты пешком пойдешь. Говнюк маленький. Ты не такой сильный. Три патрона на револьвер. Две обоймы на ВСС. По-моему, она здесь ВСВ. И две пули на дробимете. Патроны, хорошо. Мне не нравится то, что я тут слышу. А я притопить не могу, да? Ох, это плохо кончится. Пацаны, как же ты мне помогаешь? Ептеть, колотеть. Давай, пошли. Стоп. Подожди, а куда идти-то? А вот. ВСС мне в руки. Чё, нельзя обезвредить? Да ладно, я хоть прыгать могу с ним. Йо! Как громко! Монстра размазала! Это граната, да? Ты слава тебе, господи, это растяжка, пацан. Это растяжка. Это не граната, это растяжка. Так, давайте секунду передыха. Вот так, сколько у нас патронов? Здесь 5 у нас патронов. Здесь сколько? 3 патрона. Шикинский. Просто я не знаю. Мне нельзя трогать, но там есть патрончики в шкафу. Спасибо. Патрончики в шкафу, это хорошо. Так, подожди, пацаны, я глаз чешу. Вот в этом. Я знаю про шкафы с патрончиками, потому что мой папа разведчик. Надо открывать те, на которых цифры. Да? Что-то я здесь цифры не вижу. Ты меня обманываешь, парень. Так, не пойдет. Давай по-нормальному. Я помогаю тебе, ты не обманываешь меня. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Ну? Какой ты добрый. Спасибо тебе. Я за каждый патрон буду перезаряжаться. Даже не думайте, что я, блин, как-то. Да откуда ты вообще взялось? Еще один. Вон он! Еще один! Где ты, мразь?
патронов нету. Филься. Насрать. Да ты погонь. Пацан, и где твое прикрытие? Не берите. Сюда все, блин. Пока минутка затишья. Значит так, с аптекой все не очень хорошо. Патронов на дробовик нету. Патронов на револьвер 3 штуки. Новая сессия. Так, слышишь, это ты голдой стрелять-то не надо? Во. 2,5 обоймы. Хорошо. Ой-ой, смотри, там дырка. А можно так сделать, нет? Не-не, ВСС возьми. Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Давайте. Мать вашу. Валим отсюда. Пацан, не слышу твоего прикрытия. Где твое, блин, прикрытие? Нет, сюда мы не пойдем. Эй, это что? Кажется, провод. Да наплевать, пусть горят в аду. Мы уже уходим со станции? Круто! Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? Если бы они только мозги жрали. Нет, я за ним туда не полезу. Давай. Хорошо. Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Ого. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Пацан, лучше тебе туда не ходить. Там такое дерьмо происходит, что просто ужас. Реально, но, блин, не. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Кстати, мне вот интересно, а ну вот как бы небо, да, типа это вентиляция, все дела, да, там солнечный свет. Радиация сюда не должна проникать, нет, как бы, если, блин, там, ну, ёлки-палки, типа война была, постой, там бомбы взрывались. Я не хочу наверх к небу, не урони меня. Сволочи, опустите меня, мой кошелька там остался. Мой брат пообещал привезти его назад. Почему? Дура такая, почему сама за твою... Мамочка! Ты не пошла. Это моя мама! Зачем? Пойдем, она меня ищет! Отпусти, пусти меня к ней! Да отпущу я тебя! Спасибо, брат. Ты даже не представляешь, как много значит да, этот мальчишка. Здоровый? Без него отца нам бы не прожить. Как ты сюда попал? Если бы он дядя потерял умер, сына... Меня этот человек принес на плечах. Убили. Я и ему помогал монстров убивать. Спасибо. Да без проблем, братан. Мам, в каком-то смысле пацан спас нас. Господи, это Сережа. Спасибо вам. Да не за что. Вы моего сыночка спасли. Не вам не, нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Блин. Я, наверное, возьму... Ну ладно, давай. Спасибо.
А, не, ну раз всё, батька... Не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. Да ну ты гонишь? У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Нет, я, конечно, все понимаю, я вам дико благодарен. А можно мне патрончиками там закупиться? И... Потому что туда я не полезу без дробовика. Так, ну вот здесь торгаши сидят. Хорошо, туда выходит. Там, туда выходит. Продать. Две штуки, хорошо. Дробь продавать не бессмысленно. Шарики. Блин, одной пульки не хватает. Ну ладно. Нет, перво-наперво это на... Это дроби купить. Накупиться дроби, что есть мощи, закупиться ею, родной. Вот так вот. Закупиться револьверными патронами. Вот так вот. На ВСС-очку родную тоже патроны взять надо. Ну и на все на револьвер. Тебе спасибо. Тебе спасибо, братак. Братак. Вообще-то твоя пушка получше будет. Нет, ну если ты настаиваешь, конечно, давай. Тихарь, с оптикой. Зачем тебе это? У тебя... ВСВ с оптикой. Ну хочешь, давай поменяемся. Оружие разобрано для ведения бесшумного сиамского огня, может использовать... Вообще-то твоя пушка получше будет. Класс. Нет, ну если ты настаиваешь, конечно, давай. Бойник со штыком, да ни в коем случае. Шедевр от дизайнеров с Кузнецкого. Многие вместо бритвы покупают. Бабах! Нормальная бритва. Вообще-то твоя... Ну и фиг с тобой. Вообще-то... Вот... Честные люди, блин, у нас бы там... Патронов не надо? Во многих бы играх так, типа... Вообще у тебя, конечно, лучше, но... Все-таки... Если хочешь, конечно, давай. Но у тебя лучше. Добрые люди, блин, как вы здесь вообще помещаетесь? Я бы не прошел. Только не у нас! Лучший курс на станции! Мужики, Человек-паук! Да вы с ума сошли! Давайте, пропускайте, пацаны. Я пошел долгий путь. По 100 патронов на каждое виде оружия. Ну чё, пошли. Хоп. Почапали. Форпост. Я думаю, я снова это будет поднимался наверх. В холодные и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада.